Фотоконкурс «Мисс Ликви Моли». Никто не ответит, что ждет впереди, а я точно знаю, что прямо сейчас вот впереди, на секунду вперед, что у нас промежуточные итоги конкурса «Мисс Ликви Моли». Вот это вот океан красоты и очарования, и обаяния в эфире телерадиоканал «Страна ФМ». Давай, майор, вот так об этом говоришь, как будто сама принимаешь в нем участие. Да я бы хотела, хотя мне могла нельзя, бы, конечно. Мне нельзя, мне нельзя. Нельзя, вот, да. Я бы хотела, конечно. Я бы очень хотела, потому что там на кону путевка в Норвегию. А вот в промежуточных итогах, которые мы подводим, там очки виртуальной реальности, в общем, огромное количество призов, подарков. Ну, давайте как-то подробнее зайдем, да? Да, 27 декабря, то есть сегодня 27 ноября, ровно через месяц, день мы объявим имя первой красавицы страны. Это будет замечательный, удивительный момент. Что нужно делать? Нужно снимать себя во всяком красивом виде, в приличном исключительно, публиковать фотографии ВКонтакте или в Инстаграме и добавлять соответствующие хэштеги. Например, «Мисс Ликви Моли», «Страна FM» и visitnorway.ru. По этим хэштегам наши сотрудники вас находят, оценивают, размещают на сайте страна.fm, и также вы попадаете в прямой эфир, где мы каждое утро о вас красивых рассказываем. Правильно? Да, ну а прямо сейчас продолжаем знакомить вас с участницами. И еще одна участница у нас на очереди. Итак, она звалась Татьяной. Ну-ка. Ну, действительно, Татьяна из города Санкт-Петербурга. Красивая. Вот прямо сейчас ваше внимание на экран фотографии милой Танечки. Ей 36 лет. Круг ее интересов разнообразный. Например, она занимается строительными фасадами. Любит приключения и поднимает тосты, внимание, за фасады из натурального камня. И, конечно, плюс ко всему вышеперечисленному, Татьяна мечтает о Норвегии. Такой шанс у нее, конечно, слушай, же есть. Слушай, ну вот у меня как бы Татьяна такая нежная в этом белом платье, и строительные фасады прям совершенно не ассоциируются, но мне кажется, вот у нее есть такой какой-то сильный характер, есть, вот есть. Фасады каменные, понимаешь? Платьишко белое красивое. Очень хорошо. В общем, очень мы Танечке желаем победы. Таня, вы красотка и обязательно должны претендовать на победу. Может быть, все. Ну да, а всем остальным напоминаем, что конкурс «Мисс Ликви Моли» продолжается. Заходите на наш сайт страна.fm, там все подробные правила и, естественно, там вот целый океан красоты, потому что все фотографии наших участниц размещены в графе «Акции». Фотоконкурс «Мисс Ликви Моли».